Всем привет! С вами я, Виола, и я сейчас вместе с вами распакую посылку, которая пришла мне по обмену. Пришла она из Новосибирска от Наташи. Наташенька, вы уже знаете, что посылка у меня, я вам сообщила. А самое интересное, что наши посылки пришли день в день. Моя посылка ждет Наташу тоже на почте. После работы Наташа ее заберет, а я уже сбегала, забрала, и сейчас давайте мы с вами ее откроем. Безусловно, я знаю, что там внутри, но как мы с Наташей уже этот момент тоже обсудили, одно дело знаешь, а одно дело, когда ты это уже держишь в руках. Да. Да, конечно, можно. Это уже две совершенно большие разницы. И сейчас мы посмотрим, что... Да, конечно, можно разговаривать. Вот так вот упаковано очень основательно, очень серьезно. Ой, красота невероятная пришла, девочки. Я думаю, вам тоже всем понравится. Я в этом... Мне тоже интересно, что там. Тебе интересно? Угу. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так, я хочу как-то ее открыть, чтобы... Так, секунду. Ничего, что я ваше время трачу, девочки. Ну, не знаю, хочется это делать все вместе с вами, хочется этими эмоциями поделиться, чтобы они были прям вот... Что же там, что же там? Сейчас посмотрим. Я накрасила маникюр, я дала эти дни отдых ногтям. Надеюсь, я он успел высохнуть. Если не успел, ничего. Итак, вот они, сокровища. Наташа сказала, что положила мне крема. Один крем, он от порезов, от ожогов, от синяков. Это Индия. И в Индии, вы сами знаете, очень хорошая медицина. Дело в том, что Наташа часто летает в Индию. Ей нравится, она там отдыхает. И вот, вот такой вот она положила крем. Это, конечно, в хозяйстве вещь очень нужная, учитывая любовь ножей к моей коже. Они очень любят меня периодически подрезать. Ай. А как раз ты в прошлый раз обожгла себе палец. Да, я обожгла палец я. Вот. И вот такой вот крем для лица с куркумой Наташа мне положила. Это какой-то чудесный бьюти-крем. Буду я с удовольствием им пользоваться. И я вам скажу такую вещь, что даже Мигрибан Ханум говорит, то, что вот, ну, экспортируют из Индии какие-то средства, то это совершенно другая, большая очень разница. То, что в самой Индии производят, да, и то, что экспортируют, это очень большое тут есть. Ой, так, это что? Угу, это тоже что-то интересное. Это я уже выясню. Мама, Наташа. Смотри, что я открыла. Ой, что это? Ты свои подарочки открыла. Ага. Это что, мои? Ой, как пахнет, интересно. Это мне? Вот это? Да, это тебе. Я тоже хочу понюхать. Понюхай. Интересный запах. Вот это я не знаю, что такое. Так, ладно, мы это все спросим. Нет, Мариш, подожди, пожалуйста, я тебя прошу. Ты вот свое открыла? Угу. Покажем твои подарки? Так, мы с Наташей меняемся не в первый раз, и я показывала комплект со звездчатым сапфиром, который Наташа тогда присылала Марьяш в подарок. Огромное спасибо, и она сказала, что она забыла положить кулончик. И вот кулончик теперь тоже у нас, полный комплект. Красота, звездчатый сапфир, посмотрите, причем шестилучевой. Какая прелесть, тебе нравится? Да. Видишь? Красиво переливается. Я там вижу какую-то звездочку. Да, это так и называется, звездчатый сапфир. Красивый. Красивый. И твой. Спасибо большое. Это так приятно. Угу. И вот еще, конечно, на этот раз тоже не обошлось без подарков для Марьяши. Я, ну, говорила, не надо, не надо, но
чтобы меня слушал. Это вот такая прелесть, вот такое колечко с маргаритами и с жемчужинкой. Причем, что здорово, размер действительно детский. И вот такие сережечки. Примерим колечко. Примерим. На, примерь, пожалуйста. На какой пальчик? На какой хочешь. Такие сережки. Сереженьки тоже потом оденем, да, малыш? Угу. Ой, какая прелесть. Можно я покажу? Так, сейчас я подержу твою ручку, чтобы она в камеру попала. Ой, осторожно. Вот, вот такой вот у нас колечко. Спасибо скажешь? Спасибо. Спасибо огромное. Чудесный комплект, чудесный. Сейчас... Нет, это уже я сама открою, Мариш. Я тебя прошу, подожди, моя была. Почему ты? Потому что это уже... Моё. Моё. Моё, моё, моё. Нравятся вот эти всякие коробочки, я их так люблю. Девочки, посмотрите, какие... Серьги мне пришли. И серьги эти не одни. Вот. Вот такая красота. Здесь у нас идет по типу светофора. Зеленый аметист, аметист и топазик. Или это цитрин. По цвету больше на цитрин похоже. Скорее всего, это цитрин, я так думаю. Или топаз. Но это не важно. А это можно я открою? Открой. Посмотрите, какая красота. Это комплект, девочки. К нему есть еще кое-что. Я вам сейчас покажу. Так все аккуратно упаковано, чтобы ничего не повредилось. Здорово. Девочки, посмотрите, какой браслет. Вот такой браслет. О, можно? И колечко, конечно же, Марияша мне открыла. Так, сейчас давайте мы все наденем. Все. Помодничаем, да? Угу. А это тоже можно, я открою? Можно открыть. Только аккуратно. Угу. Вот. Вот такая красота. Здесь другой камень, здесь уже не аметист. Здесь корунта или искусственный сапфир, я так думаю. Браслет с аметистами и с топазом. Нет, здесь сережка все-таки цитрины. И здесь у нас топазик. Видите, различие какое сразу в цвете, да? Так, положи, пожалуйста, сейчас я возьму. Вот. Вот такой наборчик. Ой, вот такая прелесть. Прелесть прелестная, я бы сказала. Ой, я так рада, у меня рот души. Так мне все нравится. Так, давайте я отсюда беру пупырочку. У меня Мариш там уже хозяйничает. Осторожно, малыш. Вот так вот положу. Да, я хозяйничаю. Хозяйничаешь? Ух ты! Это все я достала. Да, это все ты достала. Девочки, не делай, не мешай, пожалуйста. Посмотрите, какое мне пришло кольцо. В черном роде. Это мультисапфир и микрофианиты. Вот такое классное кольцо. Хочется показать вам камень в моей любимой огранке. Вот. Черный родий. Вот такая прелесть. Он не один. К нему вот такой браслет роскошный с мультисапфирами. Девочки, здесь микрофианит вот один. Да, одного микрофианита не хватает. Мы об этом говорили, я это знаю. И это вообще не проблема, потому что... Я планирую это переделать. Ну, не знаю, посмотрим. Может, так поношу, потом переделаю. Посмотрите, какая красота. Сейчас, держи в ручках.
Посмотрите, какие здесь мультисапфиры. Пока ты там показываешь. Вот да, вот еще микрофианита нет. Но опять-таки я скажу, что это для меня вообще не проблема. Потому что микрофианиты здесь, сами понимаете, они не играют никакой роли. Здесь все дело в самих мультисапфирах. Вот такой шикарный браслет. Он тоже в черном роде. Такая прелесть. Ну, мультисапфиры – это отдельная тема, конечно же, безусловно. Дашь мне? Угу. Дай. И мне положила Наташа вот такие два мультисапфира. Она приобретала их, чтобы сделать серьги. Так, постойте. Но не успели серьги сделать, и мультисапфиры прилетели, ой, ко мне. Вот такие два камня. Я буду с ними работать. Я, Мурат, мы, в общем, будем химичить. У меня уже есть наметки какие-то для этого набора. И все получится. И будет у меня немножко другой набор с мультисапфирами. Красота какая, Наташа, как мне нравится. Мне очень нравится. Спасибо. Спасибо, да. Огромное вам спасибо. И за подарочек Марьяши, и за крема, и за лекарство вот это. Я пойду помолвлю пупырочку. Пойди помолвлю пупырочку. Красота. Очень красиво все. Я довольна невероятно. Марьяш уже в колечке пошла лопать. Ух, сквозняк. Прошу прощения. Пошла лопать пупырку. Эта дверь на балконе так хлопнула. Вот. У нас ветер в боку, но уже жара. Ура, ура, ура. Вот так. Наконец я открыла эту посылку, я очень рада, потому что я пришла с почты. Немножко мне потребовалось время для того, чтобы сделать съемку, снять это видео, в частности, накрасить лак, подождать, пока он высохнет, еще какие-то моменты были. Но, наконец, вот я это сделала. Вот так вот, вот такой у меня обмен из Сибири. Здорово. Все, огромное спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Если что, если есть желание меняться, давайте меняться. Я всегда, всегда, всегда за. Конечно, есть украшения, которые, ну, никуда не деть. Они останутся у меня. Хошь пришла. Но некоторые моменты я готова рассмотреть. Так что, девочки, добро пожаловать с предложениями. Все. Еще раз я вам всех, всех вас благодарю за то, что посмотрели это видео. Наташенька, вам, конечно же, безусловно, отдельное, огромнющее спасибо. И за вашу щедрость, за ваш подарок, Марьяша, отдельное вам спасибо. Фу, я прям вся такая на эмоциях. Все, дорогие мои, всем всего только самого доброго. Берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола. Это Марьяша рукой тут машет. Вот так вот. И кто был еще? Я. Кто ты? Мамина дочка. Мамина дочка. Да, и мамина дочка. Все, всем пока. И привет вам из очень жаркого, но и очень ветреного Баку. Все. Пока. Пока.